мае 2005 года, вот в это самое время мы с моим товарищем Борисом Передеренко, который, вот, кто видел клип «Красивая работа», там в роли капитана А-310, капитана А-310 Борис Передеренко, вот мы с ним переучивались в Москве в нашем комплексе гостиничном «Нефтяник», CBT изучали, и у нас в мае было переучивание в Париже на тренажерные сессии. И вот когда мы там в этом «Нефтянике» учились, вот когда Париж это звучало, попасть в Париж это что-то такое фантастическое. Ну, совсем еще недавно были наши советские времена, когда никуда не поедешь, 90-е годы, когда никуда не поедешь, потому что не на что. Вот. И тут раз вдруг, вот просто так, за бесплатно, поедем в Париж. Вот. Ну и мы так учились, думаем, даже между собой говорит, главное в Париж попасть, а уж самолетом там как получится. Ну и когда мы туда приехали, как раз вот это дело было, самый конец, последний или самое начало мая, в общем, где-то такое, числа 30-го, 1 мая. Вот. И как раз было такое красивое время, цвели каштаны, и Боря говорит, я уже, говорит, придумал первую строчку для твоей новой песни. Мы прибыли в Париж, пока цвели каштаны. Ну, я говорю, классная строчка, надо ее обязательно включить. Ну, у меня песня получилась несколько другая. Вот, ну, вот эта строчка стала эпиграфом. У меня единственная песня с эпиграфом, эта вот песня называется «Попасть в Париж». Вот. Ну, у нас тренажерные сессии проходили в пригороде Парижа под названием Массе-Палезо, а в сам город мы за все время попали всего 2 раза, поэтому вот в песне поется, что надо было быстренько успеть, потому что времени было мало, и надо было торопиться. Ну, поразило, уже тогда поразило количество негров в Париже, а в Массе-Палезо особенно, там, по-моему, они ливийцы были, они где-то прям такого истинно черного цвета, мне кажется, казалось, что они даже в темноте светились. Ну, собственно говоря, как обычно бывает, я сначала песню рассказал, а теперь я спою. Итак, эпиграф. Мы прибыли в Париж, когда цвели каштаны. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. Ехать туда ведут не все дороги, я на одну случайно угадал. В первых строках хочу оговориться, я думал, чем меня ты удивишь. Я ж сам не из деревни, из столицы, из сибирской, и все-таки Париж, есть Париж. У нас была обширная программа, нам было нужно быстренько успеть. Во-первых, обалдеть от Нотр-Дама, а во-вторых, от Лувра обалдеть. Потом бегом вдоль набережной Сены до Триумфальной арки, это для, чтоб потоптать траву все непременно на их, на Елисейских, на полях. Потом я позвонил своим домашним, ведь как-никак, а все-таки родня. Привет вам, говорю, прямо с Эйфелевой башни. Ну как вы там в Сибири без меня? Картошку посадить не позабыли, морковку тоже, стало быть, живем. А мы тут в Лувр недавно заходили, и Мону Лизу видели живьем. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И хоть туда ведут не все дороги, но я попал, хоть вовсе не мечтал. И находясь под впечатлением сильным, замечу, чтоб закончить разговор, в Париже все достаточно красиво, но с неграми и богу перебор. Спасибо.